Стоимость продуктов питания на рынке значительно выросла за последние месяцы, что серьезно сказалось на карманах граждан страны. Для того, чтобы сгладить цены на товары первой необходимости, Минсельхоз выступил с инициативой о снятии 12% налога на добавленную стоимость, которая уплачивается при импорте растительного масла и сахара. Вместе с этим также будет отменен 12% налог на добавленную стоимость, уплачиваемый при их реализации, что в итоге приведет к снижению цен на внутреннем рынке страны. Ранее для обеспечения продовольственной безопасности правительством выделено 318 миллионов сомов на закупку сахара, песка и растительного масла для поддержания стабильного уровня цен на социально значимые товары. На сегодняшний день они находятся в фонде госматрезервов. Через госматрезервы было приобретено 346 тысяч тонн сахарного песка, 1022 тонна растительного масла, то есть это для социально уязвимых слоев населения, она сейчас в данный момент находится в Кыргызстане. Дополнительно с Казахстана взяли как гуманитарную помощь 10 тысяч тонн муки. Планируется еще с Китайской Народной Республики 40 тысяч тонн зерна, 20 тонн масла, 20 тысяч тонн. Еще 20 тысяч тонн сахарного песка. В свою очередь, антимонопольный орган проводит расследование для выявления спекулятивного, необоснованного завышения цен. При выявлении факта искусственного завышения дело передается в правоохранительные органы. На сегодняшний день агентством было осуществлено 568 выездов и предписаны 155 рекомендаций продавцам. Мы продолжаем такое наблюдение за этими рынками, как антимонопольный орган. Мы установили приказом, решением госагентства предельные торговые надбавки на реализацию этих продуктов 10% по северным регионам республики и не более 13% по южным регионам республики. Как отмечают специалисты, повышение цен на продукты питания наблюдается не только в Кыргызстане, но и в странах ЕАЭС. Например, в Казахстане подорожали продукты, цены растут также и на сезонные овощи и фрукты, которые традиционно дешевеют летом. По данным Нацстатскома, в мае текущего года среди столиц стран ЕАЭС максимальная средняя розничная цена на яйца за десяток была отмечена в Бишкеке, а минимальная розничная цена в городе Минск. Наиболее низкие цены на баранину, сливочное масло и муку пшеничную первого сорта зафиксированы в Бишкеке. Этот кризисный такой вот момент с ценами, он коснулся не только Кыргызстана, но и других стран, таких как Узбекистан, откуда идет ранее морковь, вот, допустим, Казахстан и Российская Федерация по маслу и сахару. Узбекистан – это вообще один из мировых лидеров по производству моркови. Вот, и то там, в переводе на сомы в Казахстане, в Узбекистане, до 150 сомов в переводе, да, их национальных валют, достигает цены на морковь в связи вот с этими с погодными климатическими условиями. Отметим, с 8 июля фермеры смогут экспортировать крупные и мелкие рогатые скоты в живом виде за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Но введенный ранее запрет на вывоз отдельных видов сельхозтоваров будет действовать до конца нынешнего года. Улан Касенов, Ирлан Джуншалиев, Азамат Кадыртоктоев, Алатау 24.